пляжу. Тепло, мы пришли с прогулки. Она без алмаза тут не очень хочет гулять. Просто сидит и смотрит. Не бегает. Она своя уже побегала, мы на прогулке гуляли. Вот вам состояние покоя кошки. И вот так она может сидеть час, два, три, пожалуйста. Вот. Яшма, иди ко мне. Иди сюда. Там собаки просто гуляют, она их слышит. Причем ее выращивали наши собаки. Вот такие прогулки. Скоро Новый год. Причем люди, ну, знают календарь, да, знают, что Новый год. А у животных это проходит. Следующий день наступил, хорошо. Да, ты не выспалась, ты спишь еще. Ну, время еще, скажи такое. Не поспать толком. Время еще такое как раз. В это время обычно они спят. Или отдыхают где-то. Только ближе к вечеру у них начнется такая активность. Побольше подвигаться. Пойдем гулять вечером опять. Часто мясо размораживается. Еще не доразморозилось мясо. Будем гулять. Вот так, да. И опять села. Обросла уже шерсть. Вес набрала. Причем так, позавчера мы ее завешивали, получается. Надо было проглистогонить. Мы ее завешивали позавчера. Ее вес был 46 килограмм, 200 с лишним грамм. Вот. Тяжеленькая кошечка такая. Хотя и она, у нее и аппетит хороший, и гуляет она тоже много. Но это на зиму, кстати, нормальное явление, то что... А рыси набирают вес. О, такая. Да, потягушки. Кошка моя. Ты моя кошка. Иди сюда, я тебя погладу. Да. Любит, когда ее гладят. Опа, опа. Опа, да. А? И опять села. Скажи, мы в это время... Яшма, мы в это время, скажи, отдыхаем, сидим. Ну, помрым. Вот, оставляешь. Иди сюда. Вот любит, как возле собак, как собаки. Вот как собаки, да. Да. Вот как собаки любят, когда возле хвоста чешут, так же и кошки наши любят. Да, хвостик, попа. Ну, у нее не пролазит дальше рука, Яшма. Да, и скажи, опять сели. Скажи, отстаньте от нас, мы хотим спать. Отстаньте от нас. Снега выпало много, будем чистить. Ну и тепло, плюс один. Позавчера было минус 10, а сегодня плюс 1. Он тут сидит, отдыхает, наблюдает. Вообще все как всегда. Мяу! Помилкай меня. Мяу! Кошка. Мяу! Мяу! Разговорчивая. Толстая попа. Толстая попа кошки. Вытащила опять. Сгребала, что ли. И вот так вот 2-3 раза в день сейчас надо будет. Только погуляли, она взяла, вытащила, выгребла куртку зачем-то. Сено там, все нормально там. Надо убирать. А в лоток-то зачем положила снег? Скажем, какие красивые стали. Вот такие мы красивые, толстые, опушенные. Вот скажи, спим. Спим мы еще, отстаньте от нас. Спим. Сейчас мясо доразмораживается, будем кормить. Потом через час опять прогулки.
алмаз батонится у батареи. Алмаз вообще зиму как-то не особо любит. Больше любит у батареи спать. Вот так. Девочка, достаньте, мы спим. Все.